Рассыпали крупу на кухне? Или ребенок раскрошил кусочек печенья в комнате? Ради мелких неприятностей никто не хочет доставать из кладовой большой и тяжелый пылесос. Намного проще взять вот такой и быстро все убрать. Ручной пылесос Philips FC6149 – универсальный помощник. Заряжаться может от обычной розетки и от автомобильного прикуривателя. Весит чуть более килограмма, рука не устает. Он одинаково хорошо собирает крупную и мелкую пыль даже с ворсистого ковролина в салоне машины. Благодаря небольшим размерам удобно собирать пыль с полок, крошки на стульях и столе, грязь рядом с клеткой домашнего животного. Встроенная батарея позволяет работать и там, где нет электричества. Заряда хватает примерно на 10 минут. Этого достаточно для уборки в салоне машины или чистки дома дивана и кресел. Кстати, подключенный к прикуривателю, пылесос может работать даже с разряженной батареей. Сам аккумулятор без эффекта памяти, его не обязательно полностью разряжать перед зарядкой. Благодаря этому срок его службы значительно продлевается. Заряжается пылесос около 17 часов. Базу можно установить на стол или повесить на стену. На ней также есть место хранения насадок, ведь их здесь очень много. Для уборки тканевых поверхностей предусмотрены две щетки. Пространство под сидениями в автомобиле и диване. Углы комнаты легко очистить с помощью длинной и короткой щелевой насадки. А чтобы не наклоняться все время вместе с пылесосом и не держать его в руках, можно подключить шланг. Если собираетесь в долгую поездку, все принадлежности и сам пылесос упаковываются в плотный чехол. Пыль собирается в контейнере, он легко опустошается и чистится. Здесь установлен двухуровневый фильтр. На первом этапе задерживаются крупные частицы грязи и соринки, на втором – самые мелкие. Вся собранная пыль точно остается внутри контейнера. Philips FC6149 пригодится дома, на даче, в машине. Его маленький вес, размеры и удобство в работе оценит по достоинству каждый.